Итак, первую сумку, которую я хочу показать, это сумочка от Versace. Я уже, кстати, снимала с ней ролик, что в моей сумке. Оставлю ссылочку под этим роликом в инфобоксе, так что можете посмотреть, зайти. Там я все подробно рассказываю и показываю. А черная сумка с золотой фурнитурой. Мне очень нравится, что имеется вот такой вот ремешок. Надел на плечо и пошел. Открываем, видим магнит. Она достаточно вместительная, глубокая. В сумочке у меня лежал кошелек. Тоже выполнен из натуральной кожи в голубом цвете. Вот Versace. Люблю такую форму кошельков. Мне нравится, когда деньги можно положить целиком, и они никак не мнутся. В то время там очень много отсеков для карточек, а я вообще маньяк карточный. Здесь имеется боковой карман, но он достаточно глубокий. И также кармашек для телефонов, для карт. За что я люблю вот эту вот малышку, хотя она прям не такая уж и малышка, это за то, что она неубиваемая. То есть вот я не знаю, как это объяснить, я ее носила постоянно. Вот причем я сейчас даже не преувеличиваю. Это было лето, все почти, что я ее носила со всеми своими луками. Это могла быть и классика, это мог быть и стрит-стайл. Она сочеталась со всеми моими образами идеально. По поводу, конечно же, самого качества я тоже не могу нарадоваться, потому что были моменты, когда я по неаккуратности где-то могла тирануть ее, где-то могла задеть. И я все равно смотрела, то есть да, если, конечно, приглядеться, то можно заметить какие-то такие мелкие царапины, ну и то, знаете, они вот глазу будут, мне кажется, незаметны, то есть это надо прям присматриваться, и в любом случае, несмотря на все это, сумка не теряет своего первозданного, скажем так, вида, хотя я ее, вот как говорила выше, прям, ну, каждый день носила, каждый день, и она вот все равно выглядит как новая. Мне кажется, это дорогого стоит и о многом говорит. У нас тут уже начинает темнеть, пока я все-таки собралась, и прошло полгода, называется. Так, следующую сумку, которую я хочу показать, это сумочка от Furla. Очень долгое время искала сумочку в горчичном цвете. Она не броская, но при этом она очень классно дополняет большинство моих образов. Ну, вот такая вот малышка. Я не знаю, что можно, как можно долго, в принципе, описывать сумки. Кожа, производство Италия, очень удобная, очень классная, невместительная, маленькая. Такие сумочки должны быть, мне кажется, у любой девушки. Я ее заказывала на сайте CupiVip, все ссылочки, конечно же, оставлю. Так, чтобы вы понимали, на сайте этом очень быстро меняется ассортимент. То есть, если не будет этой сумки, то будет какая-то другая сумка от Furla в другом цветовом исполнении. Если говорить о дисконтах, то у них сейчас, например, очень классные скидки, то есть 20%, 30%, 40% есть сумки, на которых действуют скидки 50%, поэтому, мне кажется, это очень большая экономия. Все оттенки коричневого выглядят очень благородно, придают коже свечение, и я в этом цвете себя чувствую невероятно женственной, поэтому, конечно же, и при выборе сумок сейчас, в последнее время, я даю предпочтение как раз-таки этим оттенкам. Видимо, потому что, когда ты понимаешь, кто ты по цветотипу, что тебе идет, ты уже не обращаешь внимания на то, что тебе совершенно не подходит. Следующая сумочка, которую я вам хочу показать, это выполнена в черном цвете из натуральной кожи от итальянского бренда Giorgio Costa. Мне безумно понравилась эта сумочка, также вы можете наблюдать, опять же, золотая фурнитура, плечевой регулируемый ремешок, очень удобный, кстати. И что я могу еще отметить, это то, что она очень-очень вместительная. То есть, если в предыдущую сумочку камера моя не помещалась, в то время как это тоже небольшая сумочка, но из-за того, что вот здесь она широкая, сюда уже можно поместить гораздо больше всего. То есть камера моя совершенно спокойно вмещается. У меня вообще все сводится сейчас в последнее время к камере, потому что я блогер, это неотъемлемая часть моей жизни. Giorgio Costa — это итальянский бренд, специализирующийся на разработке и производстве высококачественных женских сумок на основе старинных традиций итальянских кожаных мастеров. Это оригинальный подход к дизайну, инновационные технологии производства и высокое качество эксклюзивных материалов по разумной цене. На сегодняшний день это уже достаточно актуальный бренд, который покорил сердца многих-многих женщин. Если говорить о ценовой политике, то я думаю, что она не может и не радовать, потому что это настоящая кожа, производство Италия. И, например, сейчас, я, кстати, также приобретала на сайте CupiVip, вообще скидка 68%, то есть я ее приобретала, она стоила
в разы дороже. То есть у меня, когда я ее приобретала, была скидка там 30 чем-то процентов, сейчас уже 68, и у нее появились много других классных оттенков, поэтому да. Даже как-то стало немножечко обидно. Что еще? Может, я что-то забыла сказать? По поводу регулируемого плечевого ремешка 130 сантиметров. Мне, знаете, что понравилось? То, что он никак не передавливает. У него очень такая хорошая ширина. Вот я люблю и у Versace, потом я сумочку покажу Хлоя. У меня все такие ремешки. Я не люблю широкие ремни. Я не знаю почему. У меня были сумки с широкими ремнями. Я не могла с ними долго ходить. Мне почему-то становилось как-то плохо. Мне сразу болела голова. Мне вот все тут передавливало. Поэтому я обращаю внимание на ширину ремешка. И для меня это тоже такой немаловажный момент. Итак, следующая сумка от Хлои в черном цвете. Кожа, по бокам имеется замша. Что я могу сказать? Это вообще какая-то нестирающаяся классика. И мне кажется, любая сумочка от Хлои способна сделать ваш образ незабываемым. Конечно же, сумочка у девушки является одним из самых крупных и заметных аксессуаров. Поэтому все внимание будет акцентировано на ней. Мне очень нравится то, что у большинства изделий от Хлои присутствует как раз-таки сочетание простоты и утонченности. Конечно, для лета эта сумочка не подойдет, но вот осень, весна, зима – это прям идеальный вариант. Например, предыдущие сумки, которые я показывала, их можно совершенно спокойно и в летнее время носить. Эту сумочку уже нет. Что могу сказать? Мне кажется, и так все видно, очень красивая, очень изящная. Пожалуйста, золотая фурнитура. Ну и, конечно же, она очень-очень вместительная. Вы видите, есть удобная ручка и плечевой ремешок. Единственное, что он не регулируемый. У него длина очень такая оптимальная, поэтому подойдет, мне кажется, всем девушкам с любым ростом. Будет смотреться идеально. На сегодняшний день существует огромное просто изобилие всевозможных высококачественных изделий. Это может быть натуральная кожа, это может быть даже производство Италия, это может быть хорошая фурнитура. То есть нужно поискать, посмотреть, и поверьте, можно за небольшую сумму приобрести себе хорошую качественную вещь. Давайте я вам покажу два своих любимых рюкзачка. Первый от DKNY в зеленом таком насыщенном глубоком цвете. Опять же, камера его передает очень как-то странно, но в любом случае я сделаю съемку вблизи, и вы уже сможете разглядеть его поближе, повнимательнее. Это натуральная кожа, красивый цвет, такой осенний, насыщенный, очень удобный. И самое главное, что он очень вместительный, имеется два отсека. Здесь есть неглубокий кармашек, ну и сюда вы можете класть, не знаю, все, что вам нужно, все, что вам необходимо. И второй отсек, где уже имеется боковой карман на молнии. Так, и последний мой малыш от Coach, выполнен из натуральной кожи, в коричневом цвете. Очень прикольный, очень удобный. Имеется боковой кармашек, он маленький достаточно, то есть много туда не влезет. Ну и, конечно же, основной карман на молнии. Сюда можно поместить телефон, карты, не знаю, маленький кошелечек. Он, конечно, не настолько вместительный, как предыдущий от DKNY, но в любом случае для экскурсий, для перелетов его будет достаточно. Прекрасно понимаете, не всегда нужны большие громоздкие рюкзаки. Не всегда нужно что-то и маленькое иметь обязательно. И забегая наперед, я хотела бы ответить на вопрос, что же на мне за серьги надеты. Это Massimo Dutti. Все ссылочки я также оставлю. Я надеюсь, что вам мой ролик понравился, я вам показала своих любимчиков, те сумочки, которые я ношу, рюкзачки, которые я очень люблю, к которым у меня тянется рука, и мне будет очень приятно, если вы оставите свои комментарии, напишите, какие вам сумки понравились, либо какие не понравились. И по поводу макияжа, который вы сейчас видите на мне, будет отдельный ролик, я не знаю, какой ролик выйдет первее, о сумках либо о макияже, но в любом случае он на канале будет. Также я хотела бы у вас поинтересоваться, как вы смотрите на ролик о бижутерии, о всяких наших женских побрякушках. Понятное дело, я не буду показывать там, не знаю, кольца с бриллиантами и все свои там дорогие какие-то очень украшения, но я бы показала то, что доступно очень, и то, что на сегодняшний день было бы актуально для многих. Я вас очень сильно люблю, и до новых встреч, пока!